Давай, давай, я тебе пей его. Рубай, 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 угоняй вот эту тачку, давай. Давай. Давай, давай, давай. Хватит. Хватит играть в компьютерные игры, уже поздно и пора спать, и вообще это вредит глазам. Да не, не, еще чуть-чуть. Бабочки, ну 5 минут, пожалуйста. Ну, пап, ну еще чуть-чуть, ну все же любят играть в игры, ты тоже любишь. Вы уже очень долго играете. Ну что нам делать? Вот, пап, давай решим, вот давай сделаем опрос, а? Кому нравится играть в игры, пускай ставит большой палец вверх, а? А кому не нравится играть в игры, и тот, кто хочет следить за своим зрением, то ставьте лайки. Ну, блин, ребята, а вот про комментарии-то в комментариях пишите. Вот вам нравится играть или не нравится? Вот я уверен, что всем будет нравиться. Да, ну, поэтому, пап, давай, отойди, а мы поиграем, да, Женечка, вот сюда. Да, все. Пусть говнюки. Да, пап, отойди, отойди. Что происходит? Воу, 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 на, нас засасывает телевизор. Ой. А куда мы попали, Женечка? Ой, а я кто такая? Я какая-то не такая. Ой-ой-ой. По-моему, я Сабзира. Офигеть, это мы в Mortal Kombat попали. Нас засосало в приставку, нифига себе. А вы персонажи с игры? Да, папочка, ты Сабзира. А как? Что, не пей, я сейчас попробую комбуху замутить. Смотри, комбуху. Давай. Раз. О, нифига себе. А почему я ни в кого не превратился? А я... Слушайте, а я, наверное, знаю, что нам нужно сделать. Выбраться, лишь чтобы перейти в следующую игру, нам, наверное, нужно сразиться. Ну, вам, потому что я тут не превратился ни в кого, поэтому давайте сражайтесь, я буду судьей. Ай-кай-кай-кай! Лучше бы я превратился в кого-то. Судья! А смотрите, я бессмертный, так что, видите, судья бессмертный. Давай, давай, Эдик. Так, о! Смотрите, смотрите. А что там такое? Бойцы, это чтобы вы были сильнее. Один тебе, ага. Одно тебе яблочко. Так! Давай, папочка, сразимся. Ну что, будем... Тун-т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 ун-
Говно, ты что ты делаешь? А-а-а! Меня засасывает, куда ты? А перекидывает, опять перекидывает! Ой-ой! Так, а где это мы, ребята? Где мы? Так, по идее мы опять в новой какой-то игре, только... Смотрите, Ферамир, он что-то снимает. А, ребята, это, наверное, игра YouTubers Live, там, где, типа, ты канал ведешь на YouTube и всякое такое. Да-да-да, я слышала. Да? Да. Так, я просто уже взрослый, в интернете не сижу, я картошку копаю на огороде. Мы знаем, только давайте вместе думать, как нам выбраться с этой игры и попасть в следующую. Ну ты же тут самый умный, давай ты решай. Ну, мне кто кажется... здесь прохаванный в играх? Я не играл в эту игру никогда. Смотри, папа. Хочешь быть... Это подсказка, здесь ножки. Да, смотри, папа. Хочешь быть богатым, убей Ферамира, забери его канал. Давай. Да. Сейчас смотри, я сейчас буду отжимать каналы, да? Да. А я у этой убелкой. Да. О, всё! Папаша Ютубер! Ну ребят, у нас есть два канала, замечательно. Так, давай, пили новый видос, пап, пили. Давай, да, брысь, ведерочек, дорогой друг, с тобой я, Ферамир. Мы воруем золото, давайте вперед, воровать. Переносим. Чувствуете, да? Переносит. Ой. Ой. Так. Ребята, вы где? Секунд, я вас слышу вас. Меня слышно? Да, слышно, вы где? А где мы появились? Я играл в эту игру. А ну, а папа... Что это Counter-Strike, короче, это игра моего детства. А что мы должны делать? Я так понимаю, мы должны, короче, сейчас сыграть с вами, типа, кто выиграет. Так, ну я как раз перед собой оружие вижу. Не, что ж. На связь, пацаны, я вас уничтожу. На связь, давай. Не-не-не, я всё с вами. Давай выключай радио своё, давай. Давайте. Давайте, ищем друг друга, убиваем. Надо, чтоб остался в живых один. Давай. Ты думаешь, что нас перекинет? Думаю, да. Ну давайте попробуем. Вижу первую цель! Ну где вы, а? Больно, папочка Энечки! Я
Я жечку вижу. Убивают. Спасите, помогите. Папа, ты где? Помогите. Убивают. Он оккупировал базу, бабочка, Женечку, убей своего сына, убей его! В смысле нет? Бей Женечку! Тихо, тихо, я охотник! Так, папа, папа, мы с тобой остались, мы с тобой остались! Кто кого? Так, кто с кого? Женечка уже не участвует. Да, я тут уже спектатор какой-то. Ну вот. Так, надо найти только Эдичку, надо... Так, я буду тебя палить, бабочка Эдички, он на А. Бей его! Ааа, папа, ну ты... Переносит! Ай, ёптыш! Ух, наконец-то выбрались! Да, я же говорил, что видеоигры очень вредны, поэтому надо поставить лайк, если вы не любите играть в видеоигры, и следите за своим здоровьем. Не-не-не-не, папа, все любят игры, я согласен, нужно делать перерывы, чтобы вот такой фигни не случилось, но все же, если вы любите игры, то ставьте большие пальцы вверх, да, Женечка? Да, мне вообще-то понравилось, но вы в комментариях напишите, типа, вам нравится играть или нет. Вот там нравится, Сенечка, а вот папочке что-то не нравится. Мне нравится, но надо делать перерывы, понимаешь? Надо как-то вот чувствовать грань. Вот, мы не почувствовали. Никакой грани, никакой. Ну ладно, сейчас мы играть не будем, но зато мы с Женечкой пойдем посмотрим видосики на Ютубе, да, Женечка? Да. А я пойду поиграю со своим фламинго. Да. Запускай. Всем пока. Да, ты нам, ну давай, до свидания. Пока.